взяли эту точку и взяли центр той окружности, которая мне лучше всего приближается. Теперь возьмем другую точку параболы и сделаем с ней то же самое. То есть проведем перпендикуляр и найдем на этом перпендикуляре центр той окружности, которая лучше всего приближает параболу уже в этой точке. И сделаем так с каждой точкой параболы. Вот эти центры и образуют каустику параболы. Каустику. Вот как она выглядит. Она должна быть естественной. Каустика обладает тем свойством, что ее точки – это точки центра, соприкасающихся с окружностью. Наилучшего приближения. И если вы заставите вашу параболу излучать, то вы увидите, что подставите экран, потому что вы увидите, вы увидите как раз эту кривую. Фокус параболы, через этот фокус параболы. И эта кривая обладает, кроме всего прочего, таким свойством. Если вы берете произвольную точку на параболе, проводите перпендикуляр параболе в этой точке, то этот перпендикуляр будет касаться вашей каустики. Вот здесь, на этой каустике, находится точка окружности, центр окружности наилучшего приближения в этой точке. Значит, этот перпендикуляр проходит через эту точку и касается каустики. Мы взяли вершину параболы, взяли окружность наилучшего приближения к ней. Она имеет какую-то радиус. Если парабола или квадрат, то радиус равна 1/2. Если парабола что происходит, если мы берем с радиусом окружности, если мы берем точки соседние с вершинами по разные стороны от нее? Что происходит с радиусом? Как изменяется? Растет. Значит, радиус окружности растет. Достигает минимума. Можете воспринимать как задачу
написать уравнение,